Сейчас самое время о смородинке побеспокоиться. На черную уберу только листики. А обрезаю я ее сразу после плодоношения. Красную и белую сейчас подстригу. Для начала вырезаю сломанные и засохшие побеги, а также растущие внутрь и лежащие по земле. Из приствольных кругов убираем всю старую листву и вносим осеннее удобрение. Теперь нужно хорошенечко порыхлить и обязательно пролить. Осень у нас сухая, поэтому на куст не меньше 3 леек понадобится. А теперь буду с вредителями и болезнями бороться. Скор плюс актора. Обрабатываем хорошенечко и сам куст, и почву под ним. Когда веточки подсохнут, их нужно связать по направлению к центру. Так мы защитим куст от ветра и снега. Осталось только замульчировать.